Привет, пацаны, давайте. Кого будем благодарить? А нас поддерживает оператор делового туризма All Travel Group. Угу. All Travel Group. Профессиональные услуги по организации деловых поездок и корпоративных мероприятий. Лётай с комфортом, Вася. Тили-тили тесто, антикафе-место. Угу. Вы платите за время, а они делают его круче. Еще спасибо нашему другу Пете из Кушницы. Кстати, happy birthday. И хотим поблагодарить закарпатского Гретту Тунберг, народного депутата языка комитета, кстати, Игорюню Кривошеева. Все. Заяц для тебя. Уже, ну господи. Ладно. Встречайте, радужный енот. Я грязный. Сердце не таком. За прямоту фактом, как примадону максом. Кто-то в форме достой. Ядовитый глаза, напряги дубков. Дом выдави пелени, мы танцуем максом. Не пытайся выкинуть меня в кудло. Бог, бог, петь. Я модифицированный, как кот. Ну чё, охрана, снова провтыкала? Алла! На сцене уже уродские панки! 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 Творим, что хотим! Что хочу, творящие! Панки! Нет! 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 Ты шо? Ты шо? Пацаны! 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 Кто теперь Дантеса на ноги ставить будет? А мы что, Дорофеева Дантеса на ноги ставить? Баклан старый, ткач толстый, стереотипы обожаю. Ткачонок, Берчонок, Станислав, Владимирчонок. И вы, октябрьские, что, ничего не замечаете? Как наш тренер похож на маленького спящего львеночка. Вот вам и номер, очень жирный Симба. На! На! Ладно. На ни на на бабиси баба, а-ли-ли-а-ли-е, пацаны, на ни на на бабиси баба, а-ли-а-ли-е, команды, на ни на на бабиси баба, а-ли-а-ли-е, ведущий, на ни на. А мы воу! Это все твое, Симба. Это все твое, Надя. А это все ваше. Хрюндели, я за легалайз. Мой любимый лучник из «Властелин колец». Кстати, лучник стреляет песнями Владимира Дантеса. Теперь тебе три. Более или менее. Закончились? Я еще обязательно выстрелю! Я танцевала, так танцевала, на бабку святая вода не попала. Смотрим! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Нормально! Я, значит, Пасху пекла, яйца варила, вина випила, а він мимо пройшов. А ти такий мокрий. Вибачаюся. Вибачаюся.
Как тебя... Угу. Зовут? Паша. Вова, приятно. Очень. Вы поняли, мы странная команда. Итак, случай в странной семье. Сын, да, нам нужно с тобой серьезно поговорить. Конечно, а теперь нам надо поговорить весело. Конечно, пап. А теперь нам надо поговорить грустно. Конечно, пап. А теперь нам надо поговорить, как злой сосед и Сергей Шнуров. Оп, 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 бухать, бухать. Хорошо, хорошо, оп, оп. А теперь нам надо поговорить, как судья и школьник. Всем встать, суд идет. Мам, еще пять минуточек. Всем встать, суд идет. Мам, всем а теперь поговорим, как маршрутчик и пьяная тёлка. Передаем за проезд. Я никуда не поеду. Передаем за проезд. Я никуда не поеду. Передаем за я проезд. Я никуда не поеду. А теперь поговорим, как пять минут назад. Бля. Сын, нам нужно с тобой серьезно поговорить. Конечно, пап. Тихо, мать идет. Мальчики, чем вы там занимаетесь? Любимый, подойди ближе. Ты уже ему объяснил, что... Он приемный. Я как бы работаю над этим, мать, ну. Хочу ответить на ваш немой вопрос. Нет, не на этот. Юмор нашей команды держится на трех китах. Бомжи, семейные ценности... Ну и, конечно же, насилие. Самой сочной ягодкой из грозди наших номеров вам прямо в ротик залетает магазин лоу-киков. Здравствуйте. Здравствуйте. Это магазин лоу-киков? Да, это самый лучший магазин лоу-киков. А дайте мне 15 штук. О, зачем вам так много? А я на свадьбу со стороны невесты просто. А, понимаю. Давайте. Да! А! А, кто считает? Кто считает? А! Подождите. Подожду, хорошо. Подождите. А, молодой человек. Да. А не угостите даму лоу-киком? Конечно. Спасибо. Настоящий джентльмен, боже. Давайте дальше. Да! 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 Вот вы знаете? Да. Мне последний не понравился. Ну, я хочу его вернуть. Давайте. Я извиняюсь, у нас просто так вернуть нельзя. Нужен администратор. Позовите администратора. Администратор! Вы серьезно? У меня 80-й возврат за сегодня. Что случилось? Я хочу вернуть лоу-кик. Ну, давай. Ай. Все, спасибо. Подождите. Вы у нас юбилейный 100-й покупатель, поэтому вот вам подарок от нашего магазина. Пожалуйста. Оу, шикарный магаз. Завтра с бабой приду. Я надеюсь, все вы поняли, что все, что происходило на сцене, это выполнено исключительно профессионалами, и это повторять дома нельзя, да? Дома нужно читать книги, дома нужно читать стихи. Кто и шутит, и пляшет по сцене, кто доски ломает о спины, по хребтам, ягодицам, коленям, кто Дантесу ввалил, что есть силы. Тут строчка с рифмой на «от», здесь строчка с рифмой на «оли», команда «Радужный енот», немного боли, немного боли. Спасибо.